Виновник один, пострадавших несколько. Аварию с участием трех легковых автомобилей и маршрутного такси зафиксировали сегодня утром камеры ЕДДС. На перекрестке Мачуги и Благоева водитель иномарки решил проскочить на красный сигнал светофора и в результате врезался в отечественную легковушку. Та по инерции въехала в маршрутку с пассажирами. А самого виновника ДТП отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одним авто. Сотрудники ГИБДД, которые, скорее всего, случайно оказались на месте, подъехали через пару секунд и оформили происшествие. В аварии никто не пострадал. А вот участникам другого ДТП понадобилась помощь медиков. На кадрах видно, как черную БМВ заносит в разные стороны. После этого иномарка вылетает на соседнюю полосу и врезается во встречное авто. Что стало причиной такого странного поведения водителя, неизвестно. Одна из версий – не справился с управлением. Пострадал сам виновник ДТП и его пассажир. С травмами госпитализированы также женщина и ее 14-летний сын, которые находились в другой машине. А следующую аварию можно назвать курьезной. В воскресенье вечер, парк «Солнечный остров». Минимум машин и людей, но и на абсолютно пустой дороге все равно умудрились столкнуться два автомобиля.